сельских школах немало успешных учеников. Наша съемочная группа пообщалась с учащимися школ Карабинского сельского округа Актугайского района. Каковы же их достижения? Будущее нашей страны в руках образованной молодежи. Сейчас есть все основания полагать, что качество образования в сельских школах не уступает городским. Так ученица школы села Карабаба Назерке Жумажан принимала участие в областных и республиканских конкурсах, показывая хорошие результаты. Я призер соревнований разного уровня. Также участвую в творческих конкурсах. Например, участвуя в республиканском конкурсе, я профессионально сняла видео и получила главный приз. Я обладатель Таулисездык Улан. Могу сказать, что в школе созданы очень хорошие условия. И, конечно, очень большая поддержка со стороны учителей. А у ученицы школы имени Кабдыкаримы Идрисова Акботы Файзулы много достижений в образовании и спорте. Помимо звания кандидата в мастера спорта по казах КРСС, она также заняла третье место на Олимпиаде для учащихся сельских школ. Я призер республиканских предметных олимпиад, победитель гуманитарных олимпиад, являюсь многократным чемпионом Павлодарской области по казак-курисы под началом моего личного тренера Мирама Булатовича. Я одержала победы, заняла призовые места. Хочу выразить искреннюю благодарность учителю по географии Кунсулу Оркеновне. Благодаря ей я добилась этих наград. География пен дайындаған Кунсулу Оркеновна мұғалиме шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. Сол кісін дайындауымен арқасында қазіргі таңда осында үлкен жүлдегерлерге жетіп отырмын. Успех ученика в мастерстве учителя, потому что если ученик добивается какого-то успеха, то это результат работы, которую он изначально проделал совместно с учителем. Коллектив школы также делает все возможное в воспитании конкурентоспособного поколения. Мы посвящаем свою педагогическую жизнь будущим поколениям, их воспитанию. Под руководством директора нашей школы Раисы Каиржановны Жакпаевой из года в год наша школа оснащается современной техникой и технологиями. Ведется всестороннее обучение учащихся. Мы верим, что наша цель – обучить и приумножить наших талантливых учеников и воспитать будущее поколение, которым будет гордиться село. Таковы успехи актогайских школьников. Мы надеемся, что они под руководством квалифицированных учителей и впредь будут добиваться значимых успехов. Мурат Билмажит, Лдус Кабалденова, Алексей Мехетов. Это Сахпарат из Актогайского района.